Питьевой воды в Харьковской области с каждым годом становится все меньше. Реки и водохранилища человек загрязняет. Пить воду можно лишь из источников, которые находятся глубоко под землей. Мы пятые в Украине по количеству подземных вод. Это бесценное богатство, и его стоит сегодня сравнить с запасами нефти, газа и других драгоценных энергоресурсов. Один из таких источников чистой воды расположен на трассе в Старый Салтов у села Шестаково. Набрать воды сюда приезжают со всей округи. Николай Самойленко вспоминает, раньше здесь была простая копанка с кружкой и черпаком. В 70-х над источником установили навес, территорию облагородили. Ремонтировали где-то 82-й, 84-й, вот эти года. А этот он до сих пор стоит. Состояние его, будем так сказать, техническое, требует уже капитального ремонта. На выходных навести порядок у родника вышли местные жители, активисты из Волчанска и Харькова. Убрали мусор, покрасили навес, отремонтировали старенькие скамейки. Мы должны не только пользоваться, но и сохранить эту воду для наших детей и последующих поколений. Мы ответственны перед ними за это. Привлечь сюда, в том числе и науку, привлечь сюда энтузиастов, чтобы эти источники работали на будущее, чтобы, работая перед этим 100 лет, они работали еще 200. Восстановление родника – начало масштабного проекта «Чистое джерело». Сотрудники фонда намерены привести в порядок источники в Волчанском, Печенежском, Чугуевском, Великобурлукском районах. Андрей Кравченко, Виталий Осмачко, медиагруппа «Объектив».